Привет! Сегодня готовлю салат-винегрет. Вот вы скажете, что может быть проще всего? А нет, готовить буду из квашеной капусты, которую я вырастила сама и заквасила. Здесь кроме соли ничего больше нет. Это свекла, маринованная в собственном соку и выращенная мной. Это масло подсолнечное, запахом нерафинированное. Была сдана семечка на маслобойню, и нам выбили масло. Это картофель домашний, горошек покупной и лук зеленый. Вырастила сама. Для начала выкладываем капусту квашеную в чашу, где будет перемешиваться салат. Если у вас капуста сочная, слегка нужно будет отжать сок. Высыпаем горошек. Лишнюю жидкость нужно слить. И теперь нарезаю картофель на средний кубик. Также на средний кубик нарезаю свеклу в собственном соку. Откидываю на мелкое ситочко, чтобы лишняя жидкость стекла. Консервированная свекла в собственном соку полностью готова к употреблению. Это отличный способ сохранить свеклу всю зиму и даже до нового урожая в квартирных условиях. В последнюю очередь добавляем домашнее подсолнечное масло. И хорошо перемешиваем. Винегрет готов. Приятного вам аппетита. Все ссылки на видео, как приготовить свеклу в собственном соку и квашеную капусту, я оставлю под этим видео в инфобоксе. Заходите, смотрите. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить колокольчик оповещения. И всем пока!